Здравствуйте, меня зовут Перехожий Евгений Николаевич, я учитель начальных классов. Хочу сегодня показать педагогическую идею, принципы работы в Scratch с интегрированием математики. Здравствуйте, дети, садитесь. Сегодня мы с вами работаем в группе. Правила группы так и даст. Давайте вспомним. Умей выслушать собеседника, не перебивая, не согласен, объясни почему, доказывай свое мнение спокойно и вежливо, будь внимателен. Ответить хочешь, не шуми, только руку подними. Говори только по делу, работайте дружно, помогайте друг другу. Какие у нас правила? Давай теперь выберем лидера группы. Для того, чтобы выбрать лидера группы, значит, давайте выберем цвет карандаша. Выберите цвет карандаша, по крайней мере, какой цвет карандаша вы выбираете. Ага, хорошо. А это у тебя какой цвет карандаша? Покажи мне, пожалуйста. Хорошо, садись. Садись, что ты стал, садись. Ага, хорошо. Все так. Сегодня цвет на прошлом уроке был зеленый цвет, да? Лидер, а сегодня у нас оранжевый цвет, лидер группы. Вот, хорошо, у нас в первой группе у нас Сабина, во второй группе Данеля, в третьей группе Амира, в четвертой группе кто у нас? У кого? У Самира, да? Хорошо, молодцы. Идем дальше. Обратите внимание на доску. Кто к нам сегодня пришел? Посмотрите внимательно, это царапка, да? А кто у нас такой царапка? Кто такой? Кот. Откуда кот? Откуда код? Из Scratch. А что такое Scratch вообще, Сарина? Это приложение. Хорошо. А посмотрите внимательно у него. Что у него в руке? Линейка. Да, давайте не будем хором, будем отвечать, если руку поняли. Линейка, да? А что можно с помощью линейки сделать? Что можно с помощью линейки? Что с помощью линейки можно сделать? Линейный еще. Начертить что-то. Измерить. Хорошо. Вот. Нам сегодня код царапка поможет что-то измерить, что-то решить. Хорошо. А какие геометрические фигуры вы знаете? Какие геометрические фигуры вы знаете? Квадрат. Прямоугольник. Хорошо. Круг. Хорошо. Треугольник. Хорошо. Достаточно. Прямоугольник. Какие свойства прямоугольника вы знаете? Какие свойства прямоугольника деревья знаете? Какие свойства прямоугольника знаете? Давайте посмотрим на доске. Да, его давайте посмотрим. Что у него? Да, прямые, хорошо. Четыре угла, хорошо, а что? У него противоположные стороны. Равные, хорошо, у него стороны равны. А если у него все стороны сложить будет, что мы найдем, если все стороны сложим? Нет, это у нас так, фигур прямой. Что найдем, когда все стороны сложим? Вспоминаем? Нет, когда все стороны сложим по форме, что мы найдем? Периметр, да? Периметр найдем. Что-то сторону прямоугольника, мы найдем периметр. Все у нас на уроке нахождение периметра. Тема урока нахождение периметра. Закрепление. Хорошо, у вас на столе лежат песочки. Задание. Посмотрите внимательно. Задание. Что за задание? Задача. Можете посмотреть. Вот. Ничего страшного. Вот, задание номер один. Каждый сейчас прочитает его капитан команды. Нужно будет его выполнить. Чтобы его выполнить, вы возьмете эти листочки. А3 большие, да, листочки. На них будет записано решение. Ну, нужно определить, кто будет у вас записывать решение. А дальше в задании написано, что нужно поработать в программе Scratch. Нужно выбрать человека, который будет работать за ноутбуком у вас. Вот, тоже выбираете. Давайте первое. Кто у вас будет записывать? Первая группа, кто у вас будет записывать? Один записывает, да? Хорошо, давайте теперь чуть-чуть поближе. Вы будете работать 7 месяцев сообща, да? Будете решать эту задачу. Кто у вас работает на компьютере? Кто у вас работает на компьютере? Самира. Хорошо, Самира работает. Так, у вас, кто у вас записывает? Арибхан, да? А работает на компьютере? Амира, да, Амира все ноутбук забрала. Хорошо, у вас здесь кто записывает? Арвана, хорошо, а работает на компьютере? Обижу Данеля, хорошо. У вас здесь кто записывает? Оружие записываем? Хорошо, отлично. Работа на компьютере? Сабина. Отлично, капитан, когда вы решили сами поработать на компьютере? Давайте начнем.
читаете задачу про себя, внимание, да, можно полголоса, на другу, и выполняем решение на листочке, записываем ручкой. Можно начинать, приступаем. А кто работает на компьютере, работает на компьютере. Амира, ты у нас уже, ты работаешь на компьютере, вначале послушать задачу, да, потом работать на компьютере. Все, читаем, все читаем, чтобы вся группа слышала. Можете поближе к ним встать. Инка, Александр, можете поближе встать, чтобы было внимательно, да, понятно? Можете поближе встать. Зире, тоже можешь поближе встать. Амир, ты внимательно слушай и выполняй на компьютере. Ты тоже внимательно слушай и выполняй на компьютере. Все, работает, все дружно работаем. Подали, тяжело не слышать, всегда можешь подойти просто, стой. Айлан тоже, если не слышал, можешь тоже поближе подойти. Все, читайте. Идыш? Ой, смотри, работает. Работает, работает. Все вместе дружно работаем. Все завершили задачу, молодцы. Сейчас мы с вами сделаем взаимопроверку. Взаимопроверка будет так. Получается, каждый капитан команды пойдет по часовой стрелке, обменяется и проверит другую команду. Но для начала я проверю работу на компьютере. Так, Сабина, запускай. Так, не увидел. Давай еще раз запусти. Ага, хорошо. По периметру построил периметр. Прямоугольник. Отлично.
Хорошо. Теперь давайте капитаны команды поменяемся. Сабина идет во вторую, да, группу. Данель идет в третью. Амира идет в четвертую. И Самира иди в первую. Самира, вставай. Туда, туда идешь. Будете делать взаимопроверку, да? Проверяем с простым карандашом. Дайте простой карандаш. Вставай, вставай. Так, чтобы проверить работу, ну, давайте вам покажем на доске. Вот работа. Проверяйте. Так. Смотрим внимательно. Вот ответ решения. Обратите внимание на доску, да? Дано было у вас 5 метров и 3 метра. Решение. Чтобы найти периметр прямоугольника, нужно сложить сумму всех сторон. Вы сложили 5 плюс 3 плюс 5 плюс 3, получилось периметр равен 16 метров. Хорошо. Проверяем. Проверим. Данель, дай я проверю. Хорошо. Амира тоже проверяй. Хорошо, правильно, да. Исправляй. Наверное, ошибки с ней уже исправляешь. Таким образом мы показываем, что можно...